сейчас группа быстро находится, да? Ребята, закончим. Раз, два, три, Дружным строем малышей заводят в здание. Но потерпеть без улицы придется недолго. Игровую площадку садика быстренько продезинфицируют. И все, через короткое время можно гулять дальше. А пока распыляют хлор, содержащее вещество, оно опасно для кожи. Поэтому спасатель работает в спецкостюме. Тяжело, жарко, очки запотевают, не видно. Но... Так, ничего такого. Раствор высыхает быстро, в такую жару за считанные минуты и становится безопасным. Дезинфекция общественных мест проводится с апреля прошлого года по всей области по распоряжению губернатора. В Ростове 5 экипажей спасателей. Сейчас обрабатывают Кировский и Ленинский районы. Дворы многоквартирных домов, территорию магазинов, детсадов, поликлиник, парки, скверы и автобусные остановки. В общем, все места, где можно подцепить коронавирус с поверхности. В автомобиле у нас емкость на 500 литров. Этой емкости хватает на весь день работы. То есть 500 литров – это примерно 400 квадратных метров общей площади обработки. Для дезинфекции в регионе создана специальная мобильная группировка. Ее состав – 118 единиц спасательной техники и 268 человек личного состава. Екатерина Лободина, Юрий Лешко, Первый Ростовский.